Я руководитель компании «Видеомакс». Рад всех приветствовать. Вижу знакомые лица. Итак, какие мы вопросы с вами осветим? Это выбор IP-камер. Построение локального членительной сети, как транспортного уровня. Построение периметральных систем. Как ни странно, да, такая узкая сфера, но именно здесь как раз больше количество проблем проявляется, именно в IP-видеонаблюдении. Следующий – это выбор программного обеспечения и выбор платформ для работы этого программного обеспечения. Давайте начнем.